Привет, привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий, ну а мы продолжаем вести расследование с будущей звездой журналистики Кэти Рейн. Ну а как по-другому, с такой-то хваткой? Правду. Хочет узнать правду, что же все-таки произошло с ее дедулей. Но Кэти Рейн, правда, иногда бывает такой, что лучше бы ее и не знать. Но мы хотим до нее докопаться. Ну, я, знаешь, я думаю, что дедуля Кэти Рейн, он не замешан в чем-то криминальном и нехорошем. Герой войны, только положительные отзывы. Что-то он хотел узнать, что-то на что-то пролить свет. И да, нужно, кстати, теперь не только узнать, что случилось с дедулей, но очень интересно узнать, что же случилось с Лили, 16-летней девочкой, которую нашли утопленной в озере. Было ли это самоубийство или нет? До этого, я думаю, мы тоже должны дойти. Ну а сейчас нам нужно кое-что. Кое-что установить на компьютер, я как понял из прошлого раза. Нам нужен софт. Нелицензионный софт, да? Для того, чтобы как-то работать с нашей фотографией. Но проблема в том, что никто не хочет с этим связываться. Тот, кто хочет, тот не может. Ну, в общем, я думаю, что как-нибудь разберемся. Нам конверт, нам почта, нам письмо. В конверте лежит дискета с запиской, прикрепленной на обратной стороне. Подписана загрузка. Первое. Загрузи компьютер с помощью синей дискеты. Второе. Воспользуйся утилитой повредить MDR, чтобы вызвать сбой файловой системы компьютера, извлеки дискету и выполни перезагрузку. Так, подожди. Загрузка, перезагрузка, MDR. Я сейчас у меня все перепутается. Ладно, допустим. Третье. Позвони Клайду по номеру. Скажи, что компьютер вышел из строя, сообщи ему код ошибки на экране. Он придет, чтобы проверить, вряд ли починка займет у него много времени. Теперь самая главная часть. Тебе нужно каким-то образом вынудить его залогиниться с помощью учетной записи администратора. Выполни перезагрузку и извлеки данные учетной записи администратора с помощью синей дискеты. Ну все, мне кажется, я уже все забыл, что мне нужно делать. И порядок действий. Выполни перезагрузку и зайди в систему через учетную запись Клайда. Найди программу удаленного доступа, с помощью которой можно подключить мою локальную сеть, корпус Б, комната 8. Вот и все. И помни, что если ты что-то напутаешь, просто позвони Клайду, ему придется снова этим заняться. В конце концов, такая у него работа. Ха, Клайду. Не только Клайду придется с этим всем возиться, но и нам тоже. Поэтому время, наверное, нельзя терять. Что же делать? Смотрю, нет ли у меня ручки под рукой, и как-то ее нет. Блин. Ладно. Давай еще раз. IT отдел, Клайд, такой-то. Хорошо, слушай, давай-ка еще раз. Загрузи компьютер с помощью синей дискеты. Воспользуйся утилитой повредить MBR, чтобы вызвать сбой. Извлеки, выполни перезагрузку. Позвони Клайду, скажи, что компьютер, но это понятно. Хорошо. Четвертое, теперь самая главная часть. Тебе нужно каким-то образом вынудить его залогиниться с помощью учетной записи администратора. Угу. Выполни перезагрузку, извлеки данные учетной записи администратора с помощью синей дискеты. Выполни перезагрузку и зайди в систему через учетную запись. Вынудить его, вытащить эту, да? Потом войти с помощью учетной записи. И найди программу удаленного доступа, с помощью которой можно подключить мою локальную сеть. Корпус Б, комната 8. Б8. 8-8, в общем, можно, в принципе, запомнить. Ну что ж. Вот и все. Ну давай попробуем, почему нет? Компьютер.
Ух. Загрузочная дискета. Нет, по-моему, я вытащил ее. Вот. Она, то есть, как бы вот так, да? Вот так. Прием, прием. А, питание, конечно же. Тундра заработала. Центральный процессор заскрипел. Проверка сменных устройств. Обнаружена без дискета. Запуск операционной системы. А вот и повреждение МБР жесткого диска. Извлечь пароль администратора. Ну вот, извлечь пароль администратора. Но это после того, как мы вызовем его, и он починит. Выйти и выключить — это перезагрузить, да? Хорошо. Повреждение нам надо. Вы уверены, этот компьютер не сможет быть загружен жесткого диска? Ну, компьютер-то все равно не мой. А соседки по комнате. Но девочка-то тоже неплоха, да? Всегда старается нам помочь. Но я думаю, что... Клайн или как его там, он придет и починит. Он же компьютерный гений, поэтому я ничего не переживаю, да? МБР повреждена. Что нам нет делать? Выйти и выключить, да? Надо забрать же. Выйти и выключить, правильно? А теперь... Отлично, теперь пора прибегнуть к помощи эксперта. Клайд. Отдел информационных технологий, говорит Клайд. Чем могу помочь? Сломанный компьютер, ссора с Дэйвом, имя пользователя — повесить трубку. Сломанный компьютер. Привет, мне нужно, чтобы ты пришел починить компьютер моей соседки по комнате. А в чем проблема? Не знаю, что-то перестал работать. Он не запускается, да. На экране выводят какие-то буквы, циферки, сообщения. В общем, какой-то код, ошибки, даже не знаю, не пойму, что случилось. Видимо, сбой жесткого диска. В какой ты комнате? Смотри, какой профессионал. Он сразу понял по моему описанию, что это сбой жесткого диска. Секция А, комната 5. Я буду там через несколько минут. Спасибо. Какие все-таки проблемы с установкой пиратского софта? Привет, Клайд из отдела информационных технологий. Привет, заходи, Клайд. Заходи. Может, сразу скажешь мне свой логин и пароль? Ну надо же, как это случилось? Ума не приложу. Понятия не имею. Все было так, когда я включил его сегодня. Я просто включила, и тут вот такое. Давай посмотрим. Посмотри. Я посмотрю через твое плечо, что ты там нажимаешь. Какие буковки и циферки. Ну? Клайдик. Олего, теперь он как новенький. Прекрасно. Не хочешь быстренько залогиниться и убедиться, что все работает? Да лучше ты, я подожду. Да нет, лучше ты. Не надо ждать. Лучше ты. Из соображений безопасности учетные записи блокируются после 4 неудачных попыток входа в систему. Да? А, подожди. Мне записка Эйлин, она же в прошлый раз мне там писала, что... Не стесняйся пользоваться моим компьютером, пока меня нет. Мой пароль — ангелочек, без кавычек. Если позвонишь моему другу Дэйву по номеру, он установит тебе кое-какие программки. Немного раздражает, что не указан логин, но, видимо, за основу берется реальное имя. Эйлин. Так может, мне и не надо вводить-то Эйлин? Может, я просто думаю...
Нет, я сейчас думаю, и сейчас уже думаю о другом. Я думаю, что... А вдруг сейчас вот... Каким шрифтом нужно писать? Если это надо будет писать на русском, или это надо будет заполнять на английском? И Эйлин имя, и ангелочек это... В общем, я не знаю. Ладно, я попробую. Попробую. Эйлин, да. Ну, попробуем войти в систему так. Неверное имя пользователя. Неверное имя пользователя, между прочим. И чего теперь делать? Я все-таки вот думаю, что, наверное, нужно будет на английском языке это все. А это некоторая проблемка. Это сработало, спасибо. Без проблем, обращайтесь, если опять будут трудности. Ты куда пошел? У меня снова трудность. Shit. Дерьмо, я должна придумать способ заставить его залогиниться. Как? Из соображений безопасности неучетные записи блокируются после 4 неудачных попыток входа в систему. Может, мне нужно... Ну, не знаю, какая разница. Вот что-нибудь неправильное. Неверное имя пользователя. Два, три, четыре... Ну, неверное имя. Давай. Что мне снова его поломать? Блин. Давай, допустим. Надо снова позвонить будет. А, нет. Олегоп, теперь он как новенький. Олегоп, какой ты молодец, какой ты быстрый. Создатели, да, этого детектива, в общем, жалеют нас. Они знали, где мы застрянем. В общем, это проблемка, наверное, заставить его... Ввести свой логин и пароль. Прекрасно. Не хочешь быстренько залогиниться и убедиться? Лучше ты я подожду. Вот ты, блин. Ну и что? Моим компьютером пока меня нет. Мой пароль ангелочек, без кавычек. Если позвонишь моему другу... Немного раздражает, что не указан логин, но, видимо, за основу берется реальное имя. Ну да, немножко раздражает, Эллен. Раз ты сказала мне пароль, то логин, как ты думаешь? Не надо говорить? Но дело в том, что я думаю, что сейчас зачем мне входить под своим логином или под логином Эйлин? Мне нужно испортить это, чтобы он сам ввел свои данные. Из соображений безопасности учетные записи не просто так здесь написано, блокируются после 4 неудачных попыток входа в систему. Ну, я не знаю, давай я вот что-нибудь там наберу. Вот. Неверное имя пользователя. 2, 3, 4. Ну? Заблокируйся. Так, и что же делать?
Да, сработало. Да ничего не сработало. Что значит сработало? Без проблем обращайся, опять будут трудности. Ты не уходи далеко. Дерьмо, я должна придумать способ заставить его залогиниться. Блин. Может, у нее другой какой-нибудь? Цветной принтер кажется ужасно дорогой, о чем Эйлин обожает мне напоминать. Расписание Эйлин. На сегодня есть заметки. Помочь Кэти связаться с Дэйвом. Я не пойму, что-то как-то вот, что-то не то. Что-то не то. Что-то то где-то рядом, но я не пойму, как это... Этот фильм еще не вышел. Эллен получила этот рекламный плакат за участие в массовке. Корабль тонет. Я просто думаю, может быть, логин у нее другой? Ретривер. Может, имя ретривера... Медведь, зеркало, Эйлин, кровать. Только посмотрите-ка, она и в самом деле человек. Чемодан. Девчоночный чемодан на нем наперек с именем Эйлин Милдред Саммерс. А, подожди. Полное имя. Эйлин Милдред Саммерс. Саммерс Эйлин Милдред. Шкаф Эйлин, он доверху забит вещами, доставшимся по наследству и парфюмом от Кристиан Диор Джой. Ну, Кристиан. Возможно, тут что-то вот Милдред Саммерс. Но опять же, я не вижу смысла вводить правильно. Мне нужно сделать так, чтобы все заблокировалось. Ангелочек Саммерс. Ну, допустим. Нет, давай так. Саммерс. Ангелочек. Неверное имя пользователя. Ну, я 4 раза. Как там, Милдред? Нет, я не могу войти. Может быть, надо менять раскладку на английский. Я не знаю. Ну, что-то мне кажется, что Милдред Саммерс, Эйлин. Ладно, я не буду гадать. Я вот чувствую, что загадка где-то вот отгадка на загадку где-то рядом. Но я не пойму, в чем тут дело. Я сейчас где-нибудь быстренько подсмотрю. Потому что что-то мне кажется не то. Секунду. Ну что ж. Я здесь. Я здесь. Я думаю, что и мы бы с Кэти до такого бы не дошли. Ну все правильно. Предположения оказались правильными. Нужно печатать на английском все это. И присутствует Саммерс, да, с этого чемодана. И Эйлин, наверное, первая буква имени. В общем, может быть, это как-то у них так принято это писать. Я не знаю, но не зная, что нужно писать и как, я думаю, что мы бы до этого не дошли. И вот что. Пароль, я так понял, что я начал входить в ее систему, в компьютер. Но мне-то нужно сделать что? Мне нужно его поломать, поэтому из пароля я убираю какие-нибудь буковки, и тогда вот. Неверный пароль, осталось попыток уже 2. До этого у меня было 3. Ну, самое время звать. Выключай это все. Подожди. Выключай это все. Самое время звать специалиста. Нам же нужно еще сделать вот это вот манипуляции, да? Блин.
перевод, наверное, игрушки не совсем уж официальный. Вот поэтому вот такие вот проблемы и возникают. Выключить, выйти. Сейчас мы его заставим. Как-нибудь. Принудим. Ты далеко не отходи. Далеко не отходи. Итак, работаем, да? Одна попытка. Аккаунт заблокирован. Обратитесь в помощь IT. Помощь рядом. Ой, ты только посмотри, что я наделала. Как так получилось? Ну просто вообще не дружу с компьютером никак. Да сколько можно? Давай я зайду через свою учетную запись. Конечно, пожалуйста. Я не смотрю. Ну. Ладно, все в порядке. Быть. Я разблокировал твою учетную запись, пожалуйста, постарайся больше ничего не ломать. Я постараюсь. Очень постараюсь. Ну ты далеко не отходи. Первая фаза завершена. Так, подожди. А что же мне нужно делать? Я это самое. Он мне голову этот клайд задурил, теперь я не помню, что мне нужно делать. Мне как-то нужно... Он ввел свой логин, но его здесь нет. А, с помощью дискетки, наверное, нужно будет... выключить питание. Дискетка-то непростая, да? С помощью ее мы грузимся. Отпечатки на экрана, да? Пальца. Ну, обычное дело, и вот еще один. Обычное дело. Вот, извлечь пароль администратора, мне кажется, это. Успешно, пользователь админ, пароль гаджет. Ну, начинается, и что мне теперь? Так, админ гаджет, ладно, как-нибудь я запомню. Но только... Только как вводить? А, да, еще интересно, что Summers мы печатали на английском, а ангелочек на русском. В общем, не знаю. Админ гаджет, пароль. Сейчас мне что нужно? Вытащить, да? Выйти и выключить, правильно? Затем... Мне нужно включить и зайти. Вот сейчас прям проверю. Так, хорошо. Админ пишу на русском. Гаджет, да? Гад, какой же ты гаджет? Добро пожаловать, Клайд! Работает? Интересно. Добро пожаловать, Клайд. А у него работает, видишь, какой? Ну, айтишник, у них все работает. Так, подожди, сканер, пусто, диктофон, настройки сети. Мне нужно... Так, 8-8, да? Б, получается, 8 было. Включить. Ладно, должно получиться. Так что теперь? Мне нужно позвонить ему и сказать, что доступ есть. Хакер Дэйв. Да. Угадаешь, что случилось? У тебя получилось? Подожди-ка. О, Чикс, да я бы тебя расцеловал. То есть, конечно, это всего лишь фигура речи. Теперь-то я отомщу Клайду. Кстати, какие у него административные учетные данные? Не скажу, приятель. Приберегу это на черный день. Тогда дискета, которую я тебе приготовил, останется в моей комнате? Конечно. А тогда я просто снова нажму на эту симпатичную иконку замочком. И интернета у тебя не будет.
Да, это же просто эмоциональный шантаж. Услуга за услугу, Дэйв. Ладно, я закину ее к тебе в комнату, черт возьми, да ты просто Клайд в юбке. Это худшее оскорбление, которое я слышала, пока, Дэйв. Еще одно письмо. И еще одна дискетка. В конверте лежит дискета. Подписано утилиты. Хорошо. Надеюсь, он ничего там плохого не сделал. Ну? Подожди, может надо включить? Подожди, может быть не надо... Зачем мне сейчас Клайд? Мне сейчас нужно войти под своим, наверное, уже именем, правильно? Ой, как же там... Саммерс, да? А здесь пишу ангелочек. Но на русском. Работает? А, подожди, мне нужно не это. Мне нужно вот здесь, программное обеспечение. Аудиоредактор, фоторедактор, вот тебе, пожалуйста, дисковод, программа установлена. Какой хороший дисковод. А ну-ка. Аудиоредактор, фоторедактор. Перетащите аудиофайлы для анализа. Постой. То есть мне что нужно теперь? На диктофон как-то запись? Что мне нужно делать? Ну, здесь есть сканер. На сканере, я так понимаю, я могу... Передержанная фотография, да? И с помощью редактора может как-то это исправить. А как с диктофоном работать? Подожди, давай перетащите картинки для анализа. Давай попробую с картинкой. Давай попробую начать с картинкой, потому что с диктофоном я что-то как-то не пойму. Сканер как-то более понятно. А ну-ка. Работает. Работает. Изображение получено. Отлично. Ничего себе. Яркое. Яркое изображение. Так, и фоторедактор, да? Ух. Да. И что, я что-то могу исправить с помощью фоторедактора? Коррекция, шум. Нет смысла, у меня уже есть оригинал. Ну да, это что? Обнаружена передержка и шум. Отрегулируйте, пожалуйста, фильтрацию. Хорошо. Сейчас начнем фильтрировать. Передерживать. Ну, я... А знаешь, что мне это кажется? Мне кажется, это лес. Мне кажется почему-то, что это лес. Вот я до шума еще не дошел. А уже слышу шум леса. Шум леса и шум воды. Мне кажется, это озеро, это лес. Это кто-то здесь стоит. И я думаю, что мы скоро сейчас это увидим. Вот. Нет? Ха. Только непонятно. Наверное, вот как-то двигаться, когда все застынет в каком-то определенном положении. Может, вот, да? Что-то есть.
Есть. Есть какой-то сигнал. Ну, прям хорошо видно. Подожди, так я все порчу. Ну, вот так же. Что, нет? Может, здесь что-то еще? Вообще идеально. Вот, черт. Что это за шаровые молнии? Мне прям аж это самое. Как, насколько это интересно, да? Вот так вот из ничего, из фотографий ты работаешь над, это, над этим и чувствуешь, что что-то ты должен увидеть, что-то важное. И вот вдруг бабах, вот эти вот шаровые молнии. И вот это вот что это такое? Это не человек. Это не человек. Это не человек. Это как какое-то что-то... Не знаю. Может, цветок? Я пока напечатаю все изображение, но, возможно, на нем можно найти еще что-нибудь. Печать. А, приближать. Я могу приближать. Ой, не знаю, мне сейчас не то, что у меня изображение, у меня воображение начинает рисовать какие-то страшные картинки. Тут какая-то змея у меня высовывается, вот какая-то тень прячется в листве, нет? Что мне нужно найти? А, ну это похоже на какой-то цветок. Это похоже на какой-то цветок. Ну, что? А вот здесь что-то, да? Что-то тоже есть. Что мне делать? Я не хочу печатать эту часть изображения. А вот эту часть хочешь печатать? Вот эту? Интересно. Интересно. Захотела печатать. Эту часть захотела печатать. А вот это, подожди, это вот это что? Образец не найден. Образец не найден. Вот эту часть не хочешь печатать? А вот эту часть не хочешь печатать? А вот так не хочешь печатать? Так, хорошо. А вот это вот не хочешь печатать? Я бы напечатал. Я бы распечатал на твоем месте. Но тут что-то явно что-то такое. Шаровые молнии. А хорошо, а если вот... А что это такое? Что это такое? Причем тут этот цветок, эти шаровые молнии... И молния ли это? Молнии ли это? Я не хочу печатать. Образец не найден. Может, мне вот это вот поиск нужен, да? Поиск. Аномалия образует повернутый равносторонний треугольник. В любом случае, такая форма должна иметь важное значение. Окей, уверена, на этой фотографии на... А, все возможное. Все возможное и невозможное. Тогда мне что? Фоторедактор. Хорошо, но нам нужен еще и аудиоредактор. Что мне делать... Как это будет записываться все? А, запись, в общем, все получилось. Что мне теперь делать?
Подожди, а вот эта запись я уже делала. Так у меня еще одна кассета, или эта кассета не нужна? Окей, Эрика Уэйд, посмотрим, получится ли у нас мотивировать тебя, чтобы выслушать меня. А, подожди, это нужно сделать для того, чтобы как-то Эрику, дочь или кто она там, внучка этого Уэйда, чтобы она нам сказала, где он и что ему. Да? Нужно как-то поработать с этим. Найдено 5 различных голосов, они разделены на сегменты. Анализ завершен. А вы, Гудка, дозвонили с дома, оставьте последнее Рейна в сообщение. Дозвонили с дома, оставьте после Рейна в сообщение. Так, а следующее? А, анализ завершен. Взглянуть, вот всего выглядит, дай Джозеф его, здравствуй, как Кэти, легче мальчик, мисс, может мы, надеюсь, нашего... То есть мне нужно... Выделить нужные слова, но нужные слова, наверное, нужны еще и нужным голосом делать. Отец первенца, подумал, позвони, пока послушай, приехать, ребенок Рейн родила, скоро там, твои тебе тут увидимся, уже хорошо, хотел, хочет, Чарльз, что, Эрика, подожди. Тут какая-то ошибка. Я вижу тебя, Кэти. Ничего себе, что это значит? Какого черта? Как? Calm down, Kathy. Think. Just... Успокойся, Кэти, думаю, просто думай. Похоже, это какая-то дурацкая шутка, которую Дэв вставил в программу. Да, конечно, конечно, это Дэйв. Это хакер Дэйв. Как можно по-другому? Не может быть, чтобы это что-то было какое-то потустороннее. Нет, нет, нет. Да, скорее всего, он совсем чокнутый. Звони когда-нибудь людей, Минин. Так, мы... Звони когда-нибудь, людей, меня, мы, нами, и никогда. Отпиши, позвоню полицию, попытаешься связаться, тошнит ты и я. Джозеф, доверяю единственный, как кому мне, мой, перезвони, петушок, поскорее, произошло просто, слышишь, сможешь, только ты, это я. Так. А что значит обработка сообщения? Не думаю, что мне надо обрабатывать конкретную эту голосовую запись. Стереть слово. И не думаю, что мне надо обрабатывать конкретную. Оставьте после Рейна в сообщении. Да подожди, не надо никого обрабатывать. Как мне... Так, хорошо.
Нет, я, наверное, все-таки остановлюсь на этом. Я сейчас пока разберусь, что тут и как, что мне требуется. Я думаю, что, может, вы что-то посоветуете и скажете. Потому что я так думаю, что я сейчас быстро тут не разберусь со всем этим. Что мне нужно составить, из чего? Ну дела. Дела интересные, конечно. Требуют решения, и обязательно мы это все сделаем. И как-нибудь все-таки доберемся. Доберемся до нашей цели. А сейчас хочу сказать спасибо, что смотрели. И пока-пока. До новых встреч. Пока.